Неуклонной походкой, с присущей ему свободой, на своих концертах Саня Кройтер не прочь пошутить. Например, музыкант уверяет публику, что прабабушка Джексона была еврейкой. А зрители доверчиво аплодируют. Этот скрипач ими особенно любим. Он играет так особенно, как не может играть никто. Хотя так быстренько двигать пальчиками вроде могут многие, но вот так, чтобы сыграть, чтобы построить музыкальную фразу, вложить свою душу, сердце. Это может не кажется. У него звук очень теплый такой. А еще концерты Сани Кройтера – это сплошная импровизация. Легко, говорит скрипач, ведь рядом команда, с которой он вместе уже 10 лет. Особое место в концерте занимает дуэт с отцом. Папа играет в другом стиле, я играю в другом стиле, и мы абсолютно гармоничны, когда мы соприкасаемся. У нас в этом плане абсолютно нет какой-то ревности или чего-то, но при этом я знаю, кто мой папа и что он сделал. И поэтому в какой-то момент, когда он принял то, что делаю я понял, что у нас все нормально. Играть еврейскую музыку на фестиваль в Казань приехали артисты из 5 стран. Организаторы уверены, их детище – это отличный способ сблизить людей с разными взглядами, как на сцене, так и в зрительном зале. Маргарита Постнова, Елизавета Саляхова, Андрей Ключников, телеканал «Эфир».